Так, мы на Crypto Friends. Да. Первый день. Да, отлично. Общаемся с... Денис Кайзер, команда Forcity. Forcity. Да, тут у них стенд. Ага. Написано Forcity is a set of embedded models designed for enterprise solutions. Да, ну, если объяснить, что это такое, то мы предоставляем, по идее, набор децентрализованных модулей, да, сервисов, которые мы будем внедрять далее в блокчейн-проекты. Набор децентрализованных модулей, которые мы внедряем? Ага, понятно. Да, ну, основные наши модули — это арбитраж, репутация, escrow, identity и аукцион. Ну, если так немножко раскрыть эти слова, да, то, ну, допустим, есть там какой-то маркетплейс, да, централизованный, там, или фриланс-биржа. То есть, соответственно, для фриланс-биржи, ну, необходим escrow, да, чтобы мы могли безопасно проводить сделки, да, замораживать депозиты и арбитраж, да, то есть обязательно нужен. И какая-то репутационная система. Арбитраж имеется в виду... Нет, арбитраж имеется в виду, что, ну, допустим, заказали мы на фриланс-бирже, да, на этой... какие-нибудь, не знаю, там, лендинг, да, и, соответственно, далее, в случае, если возникли какие-то разногласия, да, кажется, там, заказчик, что лендинг плохой, там, не соответствует ТЗ и тому подобное, ну, выступает, собственно, арбитраж. То есть мы изначально депонируем средства, это escrow, на смарт-контракте, и далее туда же вносим, там, ТЗ, всякие разные правки, всю информацию, допустим, по тому же лендингу, да, ну, неважно, по заказу. И далее у нас есть пул арбитров, которые... в случае разногласия получают информацию всю эту о сделке и могут рассудить, кто все-таки прав, а кто виноват. Вот такая история. Люди выступают? Да, арбитрами люди выступают. Они могут там спокойно регистрироваться в нашей системе и так далее. А сама эта система имеет блокчейн? Да, конечно, конечно. Понятно. И какую валюту вы используете? Базовый эфир. Эфир, да? Да. А вы здесь печи? Да, да, ну, на самом деле делали на Ктуме еще, то есть в рамках хакатона там в июне, вот. Ну, в целом, на самом деле не так принципиально важно. Вот. Я прикольно футболка, можешь? Да. One of some tokens. One of some tokens. Да. У вас награда сам познакомился с темой? В 2016 году, в начале года, на самом деле, вот, в принципе, освоил. Прикольно. А ты программируешь там? Да, до этого именно разработчиком был, ну, там, ну, просто на обычных там Python, да, JS и так далее. То есть, ну, потом заинтересовался блокчейном, да, стал изучать там Solidity и так далее, контракт. Кого? Ну, Solidity, язык, у нас контракт разрабатывает и так далее. Вот такая история. А язык Ford? Нет. Что, пойдем? А язык Ford еще используется? А, ну ладно. Хорошо, приятно было очень, да?